Что за манера у мужчин нам все портить? На целый день ждала звонка, чтобы не поднимать трубку, а он взял и смс отправил. А то свадьбе говорил, что готов умереть ради меня. А, ну ладно, дай сюда свои котлеты. Вот бывает так, все у тебя хорошо. А потом встречаешь его. И все, понеслось. Ноги брей, губы крась. Кого обидел, простите. Кого не успел, прошу подождать. Сегодня коллега пришла на работу с утюгом. Остальные сотрудники странно посматривали на нее. Но она сказала, зато я точно знаю, что я ее выключила. Последние слова, которые терминатор услышал в России. Ну ни хрена себе, здесь меди 50 кг. Даже не знаю, что и надеть. Одень то, в чем тебе удобно. Да, но я не привыкла ходить в одеяле. А что это у вас так холодно в мае? Да у нас всегда так, когда черемуха цветет. А нахрена вы ее сажаете? Можно ли купаться в этом месте? Не советую, в этом месте водятся крокодилы. А там, где на море попадает, там можно, там всех крокодилов съели акулы. Женщина — это шея, а мужчина — голова. Куда поворачивается шея, туда и повернется голова. Согласен, но правда, куда поворачивается шея, решает именно голова. Муж решил со мной развестись. Привез вещи моим родителям. А там висит записка. Опердуха, будь мужиком, пожалей нас, стариков. Дорогая, что ты делаешь? Свидетельство о браке читают. Зачем? А срок годности еще. А почему эта моя кошечка купила две пары таких дорогих сапожечек вместо одной? Ну как это почему, мой пупсик? Я же кошечки, а у кошечки четыре лапочки. Мой сегодня топлый такой. Выпустил меня с подругами погулять под расписку о невыпивке. Вы с нашим котом в одном баре были? А что? Есть подозрение, что он тоже бухает. Пришел только сюда, на Урал, выпил воды и пошел спать. Петруха, дорого ли вам обходятся уроки Матроны на фортепиано? Совсем наоборот. Они помогли мне за полцены купить соседнюю квартиру. Подписываемся.